Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Бродим по залам главного штаба в Санкт-Петербурге. Жак Жавино. Натюрморт с кошкой. Около 1912 года. Холст, масло, размер 73/92. Год поступления 1921. Жак Жавинау, которого звали Жан Жавинау или Жак Жавино, родился в сентябре 1888 года в Париже. Французский художник, в основном создавал пейзажи, натюрморты и портреты. Обучался в школе изящных искусств, а затем и в Академии Жюльяна. Его учителем был Тони Роберт Флери. Вдохновленный от Анри Матисса, он концентрируется на больших натюрмортах, которые, как и внутренние картины, которые он создал с 1914 года, стали менее перегруженными в течение долгого времени, чем в начале его работы. Вот такое описание к работе «Натюрморт с кошкой» Жан Жавино я нашел в интернете. Работа находится в главном штабе в Санкт-Петербурге. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.